я бы его нашла, я бы вот так вам опушку настучала. Вообще-то, Тору, это я. Ой. А угрожаешь сейчас, по-моему, мне ты. Нет. Мне что, позвать на помощь? Нет, Константин, он же услышит, пожалуйста. Да мне плевать. На помощь. Нет. Помогите. Так, так, нормально? Я могу громче. Давайте вместе. Помоги. Акаю, Шива, можете отвезти меня к Макото и Константе? Во-первых, это как захочет Ю. Во-вторых, почему вы все продолжаете звать меня? Акаю, Акаю то, Акаю это. Этого занудного и постного очкарика больше нет. Я Тору, запомни. Подожди, я знаю Тору. Тору занимается магией. А ты, Акаю, наукой. Как так вообще получилось, что ты считаешь себя Тору? Шима, что с ним? Юна, Юна, все плохо. Либо мир сходит с ума, либо ты спишь. Юна, если ты спишь, проснись, и пусть это все закончится. Пожалуйста, пожалуйста, проснись. Нет. Я просыпаться не собираюсь. Остановиться чьим-то там сновидением, тем более. Меня ждут дела. Пойдем, я расскажу тебе, что тут происходит. Пожалуйста, пойдем, и Макото расскажем.